Празднование Дня молодежи в Славянском районе проходило в течение нескольких дней. В субботу для юных жителей нашего города было подготовлено несколько развлекательных площадок, где они могли выплеснуть всю свою творческую энергию. День молодежи и фестиваль красок Самаржан можно считать открытым через 10, 9, 8... День молодежи стартовал в Северном парке с яркого фестиваля красок. Счастливые лица юных славянцев в этот день сияли всеми цветами радуги. Эмоции просто переполняли ребят. Фестиваль бомба, праздник очень прикольный. У меня эмоции переполняют, даже не могу описать его. Это очень крутой праздник, фестиваль красок. Настроение очень хорошее, фестиваль мне очень нравится. Все весело, красочно. Даже есть люди, которые играют в баскетбол, это правда весело. Все очень прикольно, мне очень нравится. Зачетная музыка, весело. Молодежь Славянского района с праздником поздравил начальник управления по делам молодежи Олег Смольников. Дорогие ребята, я вас поздравляю с Днем молодежи. Желаю, чтобы у вас все, что вы задумали, получалось. В учебе все спорилось. Дома все было хорошо, и это лето вы провели круто. Ну а мы постараемся вам этим самым летом помочь сделать ваши интересные дела, ваше время провести очень интересно. Кроме участия в красочных баталиях в Северном парке, в этот день можно было от души потанцевать под современные молодежные хиты, что ребята с удовольствием и делали. Продолжилась праздничная программа на Театральной площади. Там для молодежи была организована работа интерактивных площадок. Лыжи, борьба с умо, эстафеты, выставка древнего оружия. На сцене выступали лучшие молодежные творческие коллективы. Непогода, начавшийся дождь, ничуть не испортил настроение юным жителям нашего города. Праздник, классный, настроение хорошее, несмотря на погоду, ждем молодежи! После того, как тучи рассеялись и дождь прекратился, концерт возобновился с удвоенной силой и продолжался до позднего вечера. Изюминкой праздника стало лазерное представление от Insigma Show. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».